Я не люблю, чтобы защитник, да любой футболист на поле был, скажем так, флегматом. Вот. Если вышел на поле, должен все, что у тебя есть, семейное, все свои проблемы, все должен оставить их за футбольным полем. Вот. От этого уже идет и бойцовские качества, и настрой на игру, и тому подобное. Как в роли тренера себя ощущаешь? Что-то изменилось за вот эти несколько лет, которые ты уже стал как с главным тренером, старшим тренером? Да, ответственность. Ответственность. Я теперь отвечаю за них всех. За результат, за игру на поле. И за футболистов. Мы рады побывать сегодня у тебя в гостях в преддверии большого старта нового сезона, нового чемпионата России. Я думаю, что все болельщики в таком серьезном ожидании, в волнении каком-то. Как ты чувствуешь новый сезон, который приближается? Помимо работы, конечно. Помимо работы, да? Не, конечно, интересно. Особенно на Ростов интересно посмотреть. Хотелось бы посмотреть и даже первую игру, очень интересно. Надеюсь, ее покажут по телевизору. Но в силу работы мы будем на сборах, и я просто никак не могу побывать. Естественно, я думаю, вся наша команда пришла бы болеть, конечно, за Ростов. Ростов, Спартак, две команды, которые для тебя не чужие, очевидно, но вот в этом противостоянии все же на чьей стороне ты окажешься? В данный момент, конечно, за Ростов. Это мой клуб, скажем, большую часть карьеры я провел и состоялся в Россельмаше, ну, в Ростове сейчас. Конечно, за Ростов. Буду болеть и переживать. Немного о Спартаке давай поговорим. Как ты считаешь все-таки, что если бы не та травма злополучная, наверное, возможно, все было бы иначе совсем, да, в твоей игровой карьере? Ну да. Если как-то получается, играл в Ростове, не было травм вообще. То есть ни операции, ничего не было такого. Ну, была там травма, и то по неспортивной вине, скажем так. А перешел в Спартак за год, и сразу травмы такие, то икроножный сосуд лопнул, выбыл. Перед Лигой чемпионов сразу выбыл на 2 месяца. Только очухался, ахилл вырезали, и вот год и кувырком весь. Как уехал со Спартака, Россельмаша опять про травмы забил, и тот же ахилл, пластику ахилла, про него тоже забыл, играл. Тем не менее, против Россельмаша ты в Ростове вышел все же. Да, вышел, выпустил меня Олег Иванович. Вышел, как получилось, сделал голевую, после которой пенальти был. Так получилось. Болельщики в обиде не окажутся за это? Да я не думаю, что я же делал свою работу. В тот момент я был игроком Спартака, и я делал все для того, чтобы выиграла моя команда. Что вообще ждешь от нового сезона, потому что он будет самым необычным в этом году? Вообще за многие годы в России, полтора года практически, команды проведут на футбольных полях. Ой, честно говоря, даже трудно сказать, что я жду. Я хотелось бы, конечно, яркого футбола, но вот как это будет все выглядеть, как будет этот переходной год, мне даже, честно говоря, тяжело сказать. Тем более, ну, в премьер-лиге там, да, думаю, все то же самое будет, просто дополнительный круг. Вот. Ну, хочется, чтобы, конечно, битва, как и в том году, чтобы битва была за, скажем, за первые места. Хочется, чтобы и Ростов повыше поднялся. Так хорошо шла команда в том году, и что-то немножко концовочка смазалась. Честно говоря, переживал за команду, и было обидно, что думал, повыше будут ребята. Хотелось, чтобы в Еврокубки залезли. Яркие какие-то истории, может быть, связанные с Россельмашем, или Спартаком, или с обоими клубами сразу есть у тебя в памяти? Что-то такое, что было бы интересно, возможно, послушать людям? Историй много, но... Срок давности преступления еще не вышел. Да, да, да. Лучше про них не рассказывай. Окей. Наверное, стоит спросить, опять же, о Россельмаше и Спартаке. В чем разница в атмосфере в этих командах? Ну, скажем так, все-таки Ростов – это, как считается, периферия, да, а Спартак – это все-таки, скажем так, суперклуб, да, то есть и атмосфера, то есть быть игроком Спартака для всех – это, ну, очень большой, как бы, почет,
Вот, скажем так, очень большая очередь стоит, чтобы играть в «Спартаке». Вот. Ну и такая же очередь и в «Ростельма», что в Ростов, извиняюсь, в Ростов. Вот. Ну, все-таки это, как бы скажем, топ-клуб. Топ-клуб. И атмосфера сама в команде, и все понимают, что на них смотрит не область, а на них смотрит вся Россия, скажем так. Здесь у тебя очень много, достаточно много различных наград и медалей, и разные планшетки, статуэтки. Какая для тебя самая значимая? Ну, естественно, чемпион России. Чемпион России. Ну, конечно. Состав «Спартака». Да, состав «Спартака». Помимо этого, есть что-то такое, что ты бережешь особо как-то? Помимо такой важной, значимой медали, как чемпион России. Ну, если честно, такого уровня медали у меня, конечно, больше нету. Жалко. Хотя могло и быть. Ну, а так, ну, в общем-то, да здесь все для меня, скажем так, важно. Все это как бы моя память. Вот, иногда даже вот плакат ветеранов, да, скажем, ребята все, которые поиграли, даже это для меня очень, скажем, важно. Вот, когда мы выиграли в 2008 году, уже Андрюхин, например, Царство Небесное, Тимошенко уже нет живых. Вот, тоже важно. Санджи вышли, тоже ребята многие вышли в первую лигу. Тоже ребята многие нет в живых. ЦСКА Москва. Со многими ребятами играли. И тоже ребята некоторые ушли уже из жизни. Все важно. Здесь везде как бы память. Иногда, когда прихожу, так прохожу мимо, приятно посмотреть. Не могу вообще не кинуть взгляд на вот эту фотографию. Сейчас, смотря матчи чемпионата Италии, часто очень обращаю внимание, когда играет Чезена и стадион Дино Мануцци. Вот, на нем с Ювентусом вы играли. Да. Какая атмосфера тогда была? Скажи вообще, что в душе творилось? Это ведь не Россия все же была, уже Италия. И что-то такое, наверное, особое, да, было в душе? Было такое, было. Особое, ну, скажу так, можно было играть, просто, ну, конечно, уровень футболистов у них, конечно, очень высокий, вот, и атмосфера сама, ну, конечно, хотелось на ихнем стадионе поиграть, но, ну, они так решили, что для Чезены как бы показательный матч, да, вот. Но все равно там почти что полная коробка была. Но сама атмосфера Еврокубка, да, то есть хороший, солидный Еврокубок, то есть солидный клуб, вот. Нормальная, хорошая атмосфера была. Единственное, тяжело нам было, так, очень тяжело. Мы в разгаре были чемпионата, у нас как раз палило 40-50. И первый тайм мы еще там продержались 1-1. Но второй тайм просто сил не хватило. Как раз к разговору о том, что сейчас многие жалуются, что, мол, через 2 на 3 очень сложно играть. Тогда у вашей команды, у Ростова, у Семаша, был совершенно сумасшедший график в 99 году. Вы там были практически через каждые 2 дня матчи, и ничего никто не жаловался. В итоге в 99-м там заняли 7-е место. То есть все-таки можно было играть. Да, можно было. Все сражались. Да, можно было играть. И команда у нас бодрая была, скажу так. Хорошая была команда. Могли и повыше занять. Ну, а что футбол? Все были в равных, все в равных. А что жаловаться? Раньше такого, мы раньше меньше обращались, я так понял, на это внимание. Надо играть, значит, будем играть. В 2 часа будем в 2 часа играть. А кому нужны были футболисты раньше? Это сейчас он подняли скандалы из-за вот Быстрова, да, вот этот вот. А не было бы этого прецедента, может быть, и не было бы разговоров. Конечно, тяжело, 2 часа, тем более через день на третий, через этот, на третий день играть очень тяжело. В своей карьере ты наверняка забил не один мяч, какой-то памятный особо есть, который вспоминается даже сейчас, как вчера. Не, я их все помню практически. Ну, так память. Сам красивый, может быть. Скажем так, ну, некрасивый, скажем, он очень нужный был. Мы в 98 году принимали «Крылья Советов». Я забил первый гол, и он был, ой, если я не помню, на минуте 7-й, наверное, или на 6-й. Я играл левого защитника тогда.
подключился к атаке, отскок. А дождь был, и несмотря на дождь, полная коробка была, то есть людей была тьма тьмущая, народ ревел. Вот, и в ближнюю так лег хорошо на ногу. И тогда я так понял, что я не помню, кто стоял, у них даже вратарь не понял, как он залетел туда. И он прям попал прямо в крестовину и как-то прям туда, прям рикошетом, прям в ворота. Вратарь даже не понял, как он попал. Я сам, честно говоря, не понял. Но так попал. Болельщик в Ростове особо требовательный, да? Да. Да. Они требовательные такие. Специфический, скажем так. Требовательный, конечно, требовательный. Ну, в принципе, есть за что требовать. Приучили, наверное, чтобы требовали. Приятно, когда полный стадион забит. А сразу видно, команда плохо играет, болельщик сразу редеет, на стадионе сразу меньше его. И это очень печально. Так, бывает, у команды все бывает. Бывает проигрыш, бывает победа. Ну, хочется, чтобы болельщики были, скажем так, преданней. Потому что все, мы же тоже люди, футболисты, люди, мы же, они должны понимать. Положа руку на сердце, даже могу по себе сказать, вспоминаю матч с участием Асимаша в 90-е еще годы, когда ты выступал, ты не был мягким защитником, скажем так, да, достаточно жестким, цепким. Вот сейчас уже тренируя своих парней в Митасе, какие-то такие свойства характера передаешь, настоящие вот, бойцовские, что ли? Да. Я не люблю, чтобы защитник, да любой футболист на поле был, скажем так, флегматом. Вот. Если вышел на поле, должен все, что у тебя есть, семейное, все свои проблемы, все должен оставить их за футбольным полем. Вот. От этого уже идет и бойцовские качества, и настрой на игру, и тому подобное. Как в роли тренера себя ощущаешь? Что-то изменилось за вот эти несколько лет, которые ты уже стал как... с главным тренером, старшим тренером? Да, ответственность. Ответственность. Я теперь отвечаю за них всех. За результат, за игру на поле. И за футболистов. В Новочеркасске любят футбол, вроде? Пока тяжело им это дается. Очень тяжело дается, но, надеюсь, больше будет в этом году. Они пока не поняли в том году, что у них есть футбольный клуб, который защищает именно Новочеркасск. Да? То есть он клуб города Новочеркасска. Вот. А некоторые люди думают, что я так слышал, отголоски, что это команда частного человека, команда предприятия, скажем так. Нет, это команда частного человека, но команда Новочеркасска. Должны понимать, что мы представляем город Новочеркасск, что мы играем для них, за них и за Ростовскую область. В прошлом году Ростов играл с Митасом товарищеским матчем. Да. Повторить хотелось бы. А у нас сорвался. Была договоренность за месяц. Мы даже со своей стороны, потому что Ростов, соответственно, главная команда, мы подстроились под них, сократили сбор. У нас сбор был 18 дней, мы подстроились, сделали его 16 дней в ущерб себе. Ну, руководство футбольного клуба, ну, они в этом вправе, я ни в коем случае никакие обиды. Они продлили сбор, я так понял, по погодным условиям в Ростове-на-Дону. Продлили сбор в Турции и... с кем-то спарринг с другим партнером, с кем-то сделали. Ну, никаких проблем нету. В этом году Митас продолжил выступление. Да, конечно. В стадионе, и наверняка сыграет в Кубке России. Вот, у нас налицо яркие примеры, в том числе английского футбола, когда команды вроде Кроули Таун, Лейтон Ориент выходят там, в следующие круга и играют с командами уже элиты премьер-лиги. Я на что намекаю. Хотелось бы пройти в Кубке как можно дальше, либо такой задачи не стоит? Не стоит.
руководством на чемпионат. Задача не стоит. Мы будем, конечно, кубок играть, но будут ребята получать практику. Те, которые будут меньше задействованы мне в первом первенстве. Да. Ну, последний вопрос, наверное, какое-то пожелание футбольному клубу Ростов на грядущий сезон, на наступающий сезон? Больше побед. Этого хватит, да? Какие еще пожелания? Больше побед. В каждой игре победа. Артек, помнишь, такой мяч был? Артек? Да. Артек, ну вот это кожаный еще первый. Ну представляешь, что он на дуте какой он будет. Наверное, такими уже. Ну вот это кожа, чистая кожа. Это... Из таких, наверное, сейчас туфли шьют как раз. Может быть. Артек. Как детский лагерь прям. Да.